Отвалите! Ты серьезно думал, что анаконда не разгадает эту тайну века? Кто это написал? Я сказала, отвалите! А как ты это напишешь? Отвалите или отвалите? Скажи спасибо, что мы раньше анаконды не пришли. Неудивительно, что у тебя девушки нет. Кто на тебя поведется с такими грамматическими ошибками в СМС-ках? Не в грамматике счастья. Маша, а ты почему смеешься? Ты со мной встречалась, и мои ошибки тебе не мешали. Каждый имеет право на ошибку. Я сделала одну, а ты... Стадо лошадей, ни больше, ни меньше. Ваш аж за квартал слышно. Простите, Ирина Анатольевна, это все Кирилл. А я и не сомневалась. С его-то уровнем интеллекта только и остается, что ржать. Как будто Машка святой ангел без единого недостатка. Кирилл, я не поняла, с каких пор ты можешь покидать класс без разрешения? А почему, например, Маша вчера можно было уйти на полурока, а сейчас вы на меня сразу орете? Как ты можешь сравнивать? Машенька к врачу ходила. А ты мне свой характер показываешь! Да что вы! А мне она рассказала, как ловко обвела вас вокруг пальца. И пошла она на маникюр. Какая бессовестная, гадкая ложь! Как тебе не стыдно так на Машу наговаривать, а? А вы сами на ее ногти посмотрите. Маникюрчик-то свежий. Мигом в класс! Врун! Перевелись. Добрые молодцы на белом свете. Так на честных девушек наговаривает, а? Маша, запиши, пожалуйста, тему урока. И доску вытри, пожалуйста. Да, конечно, Ирина Анатольевна. Мел-то дайте. Маникюр свежий, да? Ну, и себе сделайте. В чем проблема? А в том, что ты вчера прогуляла мой урок ради этого самого маникюра. Кто вам это сказал? Нашли кого слушать. Да он просто маленький обиженный мышонок. Да-да, мстить нам за наши невинные шутки. Нужны вы мне. Еще свой бесценный юмор буду на вас тратить. И все же, маникюр свежий. На уроке тебя не было. Все сходится. Да ничего не сходится. Я после уроков была на маникюре. Ирина Анатольевна, кому вы поверите? Безграмотному двоечнику или же отличнице, спортсменке и после хорошей девочке? Выбор, конечно, очевиден. Кирилл, ты наказан. Дежуришь сегодня. А если этот выбор будет между моим словом и показаниями детектора лжи? А это хорошая мысль. Ну-ка, пойдемте. Давайте, давайте. Сначала Кирилла проверите. Спросите его, например, кто в прошлом году поломал вашу любимую экибану. Тут и детектор не нужен. У него весь свитер был в ветках. Давай, Маша, присаживайся. И вообще, почему мы должны к этим проводам подключаться вместо урока? Кстати! Я слышала, что детектор вредит мозгу. Такому мозгу, как у Маши, ничего не навредит. Итак, Маша, где ты была вчера во время моего урока? Ну,
Я... Ну что же ты? Святая Мария, давай, признавайся. Мне в библиотеку срочно надо. Ага, я же говорил, она погольщица и волнья. А еще они надо мной смеялись. Ты тут скандал не наворачивай, она же сказала, в библиотеку надо. Ну, вообще-то и правда, какая такая срочность в библиотеку бежать. Там что фуд за задержку книг? Ну, это аргумент. А вы сходите в библиотеку, проверьте. Маша вас просто обманула, чтобы тест на детекторе не завалить. А вот схожу и проверю. И тебе, Кирилл, потом будет стыдно. Ну, это еще посмотрим. Ты нормальный. Маша тебе как другу рассказала, а ты ее училке сдаешь. Я тебя такого не ожидала. Я тоже от вас такого отношения не ожидал. Как какой-то косяк, так сразу я. Как какая-то ошибка, так сразу моя. Сами идеальные, что ли? Да уж получше тебя. Ах так, тогда сейчас я еще и тебя на детектор посажу. И узнаем, что случилось с шиншиллой директрисы. Мы же договаривались не вспоминать про шиншиллу. Ну что, Кирилл, как я и думала, Машенька была в библиотеке. Что? Но как? Ах ты, лиса, ты реально пошла в библиотеку, чтобы... Ирина Анатольевна, не верьте ей! Все, я слышала достаточно. Все назад на урок. Подарите мне хоть раз в жизни. Все, чего я прошу, пусть Маша ответит на детекторе, где она вчера была. Святые запятые, ну ладно. Маш, ответь, а, чтобы он успокоился. Окей. Итак, Маш, где ты была вчера во время моего урока? У врача. Маша! Спросите еще раз, я что-то разнервничалась. Ладно. Где ты была вчера во время моего урока? У врача. Поверить не могу. Получается, что ты и правда лгунья? А Кирилл говорил правду? Наконец-то. Тебе? Ну уж нет. Кирилла я беру под свою защиту. Ах, какая ты, оказывается, коварная. А Кирилл, ел свои козявки. А Маша целовалась с Сониным и Крашем. Что? Это неправда. Соня, а я тебя подругой считала. Змея ты, Машка. Да ладно тебе, Соня, он даже не смотрел в твою сторону. И что? Это дает ей право с ним целоваться? Так, всем успокоиться. Сейчас мы не об этом говорим. Ага, давайте лучше поговорим о том, как Маша провала Ксюшину любимую куртку. Так это была ты? Да что вы его слушаете? Скажи мне, глядя в глаза, ты провала мою куртку? Не я. То есть, блин, я не специально. Меня родители чуть не прибили, она же была новая. Ребята, давайте все успокоимся, будем добрее, простим друг друга и обо всем забудем. Зачем же? В кои-то веки они не издеваются надо мной, а кусают друг друга. Снимайте этот детектор, сейчас мы нашей идеальной Маше прическу подправим. Девочки, что вы делаете? Давайте просто поговорим, все обсудим. Да-да, все не так, как выглядит. Вы же мои лучшие подруги. Это была последняя капля. Девочки, нет! Тут... Кирюша, тащи шланг, будем их водой разнимать! Нет, Ирина Анатольевна, сами разбирайтесь со своими хорошими девочками.